Так, ребят, я намазала стену вот этим шпателем для нанесения штукатурки и шпаклевки. Шпатель 20 сантиметров изогнут. Видите как? И он еще и вот так вот круглый и изогнутый. Сейчас беру, у меня два правила, двухметровая трапеция. И сейчас возьму H-образный, допустим. Сейчас с вами снимаем, подрезаем штукатурку, где не хватает, будем ее докладывать. И забираюсь наверх, и в углу тут верх еще делаю. Так, пойдем, ребята. Беру H-правило. Вот буква H, видите? Изнаночную сторону, широкую, беру. Ставлю и тяну. У меня яма тут. Оп. Так. А сейчас буду соображать, куда подкладывать. Вот. Вот сюда. Вот здесь. Вот так. Так, вот тут. Вот. Так, сейчас возьму трапецию, потому что трапеция у меня двухметровая, а это полутора. Мне надо тут подлиннее. Так, ребятки. Трапеция.
Угу. И от себя. Сейчас забираемся наверх с вами. Так, ребятки, беру столик, пойдем. Сейчас уголок с вами сделаем. Стеночка клевая. Еще хорошо, конечно, вверх еще протянуть. Посмотрим сейчас.